Так, на протяжении этого сезона уже зарегистрировано на территории нашей области 7 случаев отравления дикорастущими грибами. Один из этих случаев – это ребенок в возрасте 15 лет. Что касается этого случая, грибы были собраны, после чего они были законсервированы, и после определенного количества времени их употребили в пищу. После этого был зарегистрирован факт отравления, который закончился летальным исходом ребенка.